друзья, всем привет! С вами специальный корреспондент страшных новостей Halloween News 2017, Василий Жиленко. Мы находимся в баре «Барсук», где сегодня охотники за привидениями будут изгонять нечисть. Пойдемте посмотрим, как это происходит. Ты нечисть или нет? Ну, судя по моей раскраске, я нечисть. Судя по твоему поведению, тоже. Классный костюм. Классный костюм человека с волосами. Свои? Конечно. И с**ки свои? С**ки, да. Стойте, охотник, стойте. Привет. Да, привет, будь. Что ты уже пьяный? Нет, я уже сегодня не охотник, я сегодня перешел на сторону духов. А, ты перешел на сторону духов. Вот так и вызывай охотников, а. Они приедут, напьются и переходят на сторону духов. Смотри, тебе нельзя сегодня нарушать правила клуба. Знаешь почему? А если будешь нарушать любое правило клуба, охрана будет тебя гонять. А мы не хотим, чтобы охрана гоняла лысого. А ты пришла на Хэллоуин? Да. Без костюма? Да. И без белья? Да. Классно, пойдем. У меня специальная штука, которая позволяет определить, полтергейст это или нет. Чувствую что-то осеннее. Кто вы, девушка? Вы королева мертвой осени? Да. Как вы к этому пришли? Вы долго бросались листьями на фотографии? Видимо, да. И наткнулись на собачью какашку? Почему кошка? Почему не собачка? Собачка не актуальна. Не любите стиль собачки? Нет. Жаль. Господи боже мой. Let me tell you something. Boston makes me feel good. Откуда ты пересадила эти волосы? С мужа. С мужа? С какого места мужа? Спина. Со спины? У тебя муж рыжий кавказец, да? Смерть? Да. Наконец-то! Это самый честный бармен в городе. Он говорит, что он смерть и приносит людям бухло. Кто ты? Я умерла! Дориме, интеримо адапаре дориме. Девушка, кто вы? Я отдыхающая. А, это очень жуткий образ, костюм отдыхающий. Как вы к этому пришли? Я прыгала на батуте. Она хочет выпить мою кровь до конца. До конца выпить твою кровь? А... это моя жена, она вообще хочет из меня последние соки выжать и выпить. А зачем ты на ней женился? Потому что люблю ее. Такое настоящий и правильный Хэллоуин в баре «Барсук», когда ты с утра просыпаешься, видишь вот такой след на себе, поворачиваешь голову и видишь ее.
и завязываешь пить. С вами был Василий Жиленко. Увидимся через год. Хо-хо-хо-хо-хо-хо.